Цель вашей поездки. Цель вашей поездки? Бизнес, туризм? Цель вашей поездки, бизнес. Цель вашей поездки. Бизнес, туризм. Направляюсь в Орландо. Странное дело, туристы едут в Диснейленд, а у них нет ни одной видеокамеры. Поддельные документы на стойках 10 и 11. Бумага, говорите побавно. Бизнес, туризм. Итак, доброе разумение на вас. Желто такси, пожалуйста, везти меня до Рамадаин 161 Лексингтон. Это обычные формальности. И, пожалуйста, паспорт дайте. О, хорошо. Нет, мистер Наворский. Там паспорт. Давайте. Сейчас мы ищем для вас переводчика. Кстати, как там дела? Нашли? Нет? Ясно. Ну, насколько я знаю, вы меня понимаете. Да. Точно? Да. Отлично. Кракожия! Кажется, меня он не понимает. Нет. Как бы вам... Ну, хорошо, сейчас. Допустим, что эти чипсы кракозия. Хорошо? Кракожия. Кракожия. Да, кракожия. Хорошо. Так, допустим, чипсы это кракожия. Хорошо. А яблоко? Большое яблоко. Это борцы за независимость, понимаете? Нет больше кракожий. Новое правительство. Революция. Это ясно? В нашей стране ваше пребывание нежелательно. Нежелательно. Большое яблоко надо видеть Бруклинский мост, Empire State и бродвейский шоу «Кошка». Еще одна плохая новость, мистер Наворский. Кошки закрылись. Хорошо. Сейчас я еду в Нью-Йорк. Спасибо. Нет, мистер Наворский, нет. Я не могу разрешить вам въезд на территорию США. Неважно. Ну так вот. Где купить кроссовки Nike? Так, мистер Наворский, идет. Вам назначено? Простите, я не даю рыться в мусоре без предварительной договоренности. Я могу вас принять во вторник. Вторник, понедельник, вторник, среда, вторник. Понедельник, во вторник можешь подойти ко мне. А сейчас все, пока. Чао. Мистер Турман, человек разгуливает в халате по терминалу? Я знаю, сэр. Вы ему разрешили? Что сумасшедший, он давно уже мог сбежать. В отличие от тебя, он законопослушный. Здравствуй. Вам назначено? Да. 9:30. Бележка, наеду. Вторник. Вторник. Ненавижу вторники. Выходи. Давай, Виктор, пошевеливайся. Выходи. Что ты делаешь? Что он делает? Что это? Молится, что ли? Нет, помни, что молится? Смелее, уходи. Убрать камеру. Где он? Где он? Или левее? Нет, он был у выхода. Я... Да, чуть-чуть левее. Хорошо. Я ждать. Что вы уставились? В чем дело? За работу, спасибо. Это чепуху. Он даже языка толком не знает. Ты ошибаешься, он знает. Если бы не знал, как бы он беседовал с этой красавицей. Со стюардессой. А? Она тоже ЦРУ? Нет, она, похоже, русская, КГБ. Она ему свой каблук, а он ей листок бумаги. Это была микропленка. Купон из обувного. Может, это был какой-то тайный код. Приятель, я думаю, у тебя передозировка химических препаратов. Будьте осторожны. Я вас предупредил. У этого парня задание. Он находится здесь из-за нас. Внимание! Если вы ведете себя как этот дед, то у вас паранойя. Что случилось? Наворский зарабатывать научился. Ребята, послушайте,
хороший? Да. Спасибо. Спасибо. Да. У нее был парень. Как долго? 2 года. А что случилось? Он срал. Что? Он срал. Он срал? Срал. Ну хорошо. Не спеша, повтори ее слова. Он срат, она ловит его. И... О, он собрал. Да. Мы говорим краскач. У нас это называется краскач. 1 мужчина, ага. 2 женщины. Ага. Нет. Песновато. Да? Значит, да. Он ей собрал. Он ей собрал. Срал. Нет, собрал. Энрика, ты не сури. Не буду. Не сури. Да-да, не буду, не буду. Врать, она хорошая девушка, она с рамьями под... сказать, что, к сожалению, место уже занято. О. Да, так что не могли бы вы куда-нибудь пересесть? О, да, я пойду в туалет. Замечательно. Спасибо. Удачи. Не ори со мной на той волне. 3 часа наблюдать за нашей работой перед тем, как утвердить вас в должности. Сколько зарабатывает Наворский? Все. Сколько они ему платят? Я думаю, он получает наличные в обход. Это я знаю. Сколько? $19 в час. Не может быть. Я получаю меньше. Нью-Йорк – город контрастов. Это правда, Нью-Йорк – еще тот город контрастов. Один мой подчиненный меня спросил, не хочу ли я присоединиться к большой игре. Надо сделать ставку на тот день, когда Наворский покинет аэропорт. Слышали про это? Я поставил на январь. Эти кого-то познаете? Меня успокойтесь, сэр. Хорошо. Виктор! Виктор! Опа. О, вы не нужны. Нальгур же, Белгурский. Да Болгринсен! Спокойно, спокойно, не симотех. Сам живее тук. Все. Мне кажется, что я здесь живу. Назначено? Видишь эти двери? Они ведут прямо в Нью-Йорк, в Соединенные Штаты Америки. Повернись. На улице идет снег, и тебе это пригодится. Пишите мне свое имя. О, давайте чуть-чуть попозже. Нам пора начинать. 1 минуту. Я подождать. Отлично.